Привет гостям, подписчикам моего канала, меня зовут Владимир. И я снова продолжаю работать над фильмом, над персонажами. Сегодня решил попробовать посмотреть, как выглядит одежда с переменным стилем. Как уже известно тем, кто подписан на мой канал, те, кто не подписан, подписывайтесь. Я использую для своих экспериментов GTA San Andreas, GTA 4. Ну и думаю, еще раз с одеждой буду экспериментировать, то еще буду и пятой пробовать что-то делать. И также персонажи там, скорее всего, буду смотреть, выбирать. Хотя есть некоторые GTA San Andreas персонажи, которые я бы избрал на какую-то из ролей. Кстати, там есть два видео, в котором я просил какую из моделей выбрать на роль черно-белой девушки. Написать об этом в комментарии под видео. Вот я, значит, заменил текстуру в игровом файле с одеждой. Посмотрим, что, как она получилась. Итак, вот можете посмотреть, как будет выглядеть одежда персонажей. Здесь я буду одеты вот такие куточки. Так. Я еще сделал еще один вариант. Вот, чтобы типа на груди была надпись. Потом надо будет тогда отдельно майку делать, либо футболку с этими же цифрами. Так, сохраняем. Сохраняем архив. Так, смотрим, что у нас получилось. Как бы, конечно, бы сделать бы хорошо проработанные текстуры. Да уж, увеличил я экран, как все стало некрасивым. Ну, в общем, вот, пока так. В следующий раз, я думаю, создать уже несколько замен одежды и уже в гардеробе подбирать, рассматривать все созданные сеты. Надо будет еще придумать, как всю одежду скупить по магазинам, чтобы не отвлекаясь смотреть, какая одежда лучше им подходит. Так что подписывайтесь на канал, если ждете подобных выпусков.